Сине-оранжевая форма осталась дома. В свете софитов вечерние наряды и строгие костюмы. Зал городского театра наполнен благоуханием цветов. Коллектив открытого акционерного общества «Анапа-Гургаз» торжественно отмечает 55-летний юбилей. Звонкие детские голоса, танцевальные номера, добрые слова, цветы, подарки – лишь небольшая благодарность за их ежедневный труд. Это небо лазурь, бесконечно красиво. Это море безбрежно в сиянии синим. Воплощение мечты, непокорная сила. Анапа, самое яркое солнце России. На большом экране показали видеозарисовки о династиях предприятия, о коллективе и разных службах. На сцену пригласили ветеранов газовой отрасли, старожилов «Анапа-Гургаз», сотрудников, которые для своего предприятия не жалеют силы времени. Актеры примерили на себя непростую роль операторов газовой службы. Будьте внимательны и осторожны при пользовании газовыми приборами. Помните, где газ, нужен глаз. Праздник получился душевным и теплым. Таким он и должен быть для тех, кто проводит тепло и уют в дома жителей района.